А такой... Всем здорова, с вами Драгот и Беломор, и мы играем в то, от чего наши жопы будут долго болеть. Ура! Если бы точнее, в Dead by Daylight. Ага. Подожди, так мы же пиздили до этого. Страшно. Что за хуйня? Матч начинается. Готовь свой анус. Бля, а нам покажут этого педика, который за нами бегает? Это что такое? Сломанный номерной знак, обычное подношение. И а что там я выпало, короче, я не знаю. Сильный... Я вообще без понятия, что это, мы даже не знаем, как это играть. Так, короче, мы послали нахер все туториалы, нахер все видео, и сейчас как два Алёшки непонятных будем бегать и орать, и не понимать, что происходит. Ну хотя, не знаю, что тут орать, да? И через 2 секунды такой, ааа, бля! Единственное, что я знаю, ты подходишь к генератору и нажимаешь пробел. И тебе надо попасть в маленькую полосочку. Все, это все, что я знаю из видосиков. Не знаю, я видел там, что у нас, какое-то, блядь, животное, которое орёт как ёбнутое, потом телепортируется, какой-то вот мужик вот с этой колокольной, там, в инвиз уходит, там, капканы какие-то, люди, апостол, блядь. Чё, ёбту мать, происходит? Магазин барахольщика, свалка, авто что? Автоховен. 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 А чё делать? А, я уже играю? О! На шифте можно? Люди, блядь, вы где? Я возле какого-то... О, какой-то педик! Ой, здорово, блядь. Мужик! Давай чинить! Или... Воссоединение. М1? Так, генератор. А, надо держать! Воу. Это что орёт такое, блядь? Это... Ворона, что ли? М1. А чё у меня сердце? А, ой, господи, блядь! А-а-а! Блядь! Чё за М1? Иди нахуй! А-а-а! М1? Отъебись от меня, блядь! А-а-а! А, понятно. Ёбаная мразь! Ты, блядь, какой, куда ты меня несёшь? Где ты? Ёб твою мать, крюк, какого хуя? Вижу, вижу, бегу, 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 бегу! Блядь! Бегу! Сейчас я тебя сниму, он рядом с тобой. Говори, чё, говорит, говори он. А я чё, жив ещё? Да, он рядом с тобой, сейчас ты должен будешь сопротивляться, тебе скажут, какую кнопку нажимать. А мне надо пытаться сбежать. А мне надо пытаться сбежать? Да. Блять, это что за хуйня вокруг меня? Дань, что это такое? Таня, блять! Ты там должен будешь это, блядь, сопротивляться. Такое? Сопротивляйся. Он с тобой рядом в подвале. А, в смысле, блять? Ой, нахуй, я ухожу-то. А что такое, бля? Что такое? Так я же нажимал спейс. Ой, 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 блядь, ой, блядь, ой, блядь, уйди, 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 нахуй, нет, нет, не надо. Отличная первая игра, просто, блядь, 10 из 10, мать твою за ногу. Куда, подожди, ой, нет, 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 я пока понаблюдаю, так. Ай, блядь, ай, Данька, привет, как дела? Отпусти меня. Ох, нихуя себе жопа! Ну это, конечно, тебе не вдало, но все-таки. А, плевать на то, что это громко. Плевать на то, что это громко. Давай на жопу! Да что ты так видишь противно? Как мне вырваться? Вот, вот, попытка сбежать. Ну да, вот. И какая-то хуйня появляется, ты видишь? Да-да-да, это самые эти. Что это такое, блядь, вообще? Во! А чё тебя убило-то? Меня не убили ещё, я ещё живу! Я ещё живу, нет! Нет! Надо на пробел нажимать, я не могу понять, или чё? Да, спейс, сопротивляться! Или, нет, может быть, держать надо? Нет, надо нажимать! Написано, надо нажимать, я сопротивляюсь, как могу! Как могу! Рука затекает! Я сопротивляюсь, но походу я сейчас Даня, злобный. Даня, тебе, по-моему, пиздец сейчас будет! Даня, потому Даня, блядь! Не в глотку! Ну чё, наша первая игра. Просто, это сколько мы сейчас играли? Это минут 5 даже не прошло, а мы уже в рот взяли. 15 секунд. Сколько? Да я уже заговорил. Минут от матча. Ну чё, ищем следующую катку. Ладно, все, поиграли, да. Спасибо за просмотр, блядь, до свидания. До свидания, блядь. Ай, уйди нахуй. Свидули-дули-дули, блядь. Что это, блядь, было?
Обещаю, ребят, мы не будем постоянно играть только с Ванькой. Мы будем играть все вместе. Ваня, Вадим, Володя, все, у кого есть эта игра. Блин, чё за отряд В? Последний готов не нажимаю. Давай нажимай, Бобен. У меня есть какие-то красные треугольнички и осколки. Осколки вроде бы это для маньяка, а красные треугольнички это для того, чтобы что-то открывать у выживших. Так меня ж маньяк уебал, как я что-то получил? А, типа, понятно, надо расставлять ноги перед этой мразью. Блять. Конечно, игрушечка не особо-то приятная. Как в это, блять, играть? Это просто такой вопрос. Я думаю, мы с тобой сейчас опять все сдохнем первым. Так, окей, сломанный номерной знак. А второй у меня что-то ничего не открылось. Окей, спасибо. Я не понимаю, нафига нам эти номерные знаки? Откупиться, что ли, от него? Не, знаешь, надо нам, наверное, читать, но мы слишком умны. Это мантры, знаешь, что ли? Сила течет во мне, и я един с силой, блядь. Ой, бля. Новая тактика защиты от маньяка, блядь. Иконы текут во мне, и я един с иконами. Я это, блядь, представил на секунду. Ну, пиздец. Это как щит Райнхарда на иконках. Блядь, Акадзе стреляет свитками. Ой, да это слово. Или когда чернышь, а через всю тиму такой, господи, только б хиллера подцепить, блядь. Да-да-да. А, нихера, подцепили. Ты притягиваешь Райнхарда. Ага. Привет, парень. Ну, давай, загружайся, у меня уже темы умирают. Какие темы умирают? Да чё я несу, сука? Отлично, о. Скотобойня. Ой, фу, гадость, рядом со мной сразу это самое. Первым... О, блядь, прямо надо мной туша какой-то коровы или шо это, блядь, такое. То же самое. Ну, графинчик, ничего такого. Какая-то бобёна рядом со мной. В жопу выживания. Давай. О, ты генератор, да, трогаешь? Я сейчас... Блядь, тут и крюк рядом, что-то я как-то... Фу, всё, валим отсюда, валим. А-а-а! Чё за хуйня? Что чё за хуйня? Чё за хуйня? Чё за хуйня? Беги! Вали! Беги, сука! Беги! Когда ты спалился, лучше сразу бежать, Вань. А-а-а! У-у-у! Он со мной! О, блядь, он у меня! Бегает, блядь! Я не... Он у меня! Чё за звуки, блядь? Он у меня! Он у меня! Какой нафиг смелый? Какой бонус смелый? Идите вы все в жопу! Ты ещё за мной? О, нет, он ещё за мной! Вообще нихуя не понимаю. Я видел его. Этот мужик с бензопилой. Блять, никого, сука, не слышно. Да тут видеть надо. Так, там кто-то упал. Да нахуй ты мне... Ох, ёпта, что такое? Очистить тотем? Что за тотем, блять? Какой нахуй тотем? Ух, вроде от меня у нас... Что ты, блять, делаешь? Зачем это надо? Это монтировка? Нет, это не монтировка. Так, давай, а давай, где генераторы ещё? Я могу нажать пробел вовремя. А, перепрыгну. Давай. Ага. Где эти ёбаные генераторы, блядь? Нет, сука, блядь, я спалился. О, он видно, рядом. В смысле, тебя что, поймали, что? Ёб ту мать, тут капкан возле меня, оказывается, я ебал. Я просто ранен. Уйди от меня, нахрен! Упал, блядь. А, я вижу тебя. Так, АД, потащил, АД. Блин, как назло, крюк прям здесь был. Слушай, тебе помочь тебе выбраться? Да. Но он пока рядом со мной ходит. Ты скажи, когда этот пидор будет уходить. Да, блядь, чини быстрее, мразь! Он ушел. Лево побежал. Я сейчас буду сопротивляться, да, он ушел. Сука, беги! О, нет, этот самый, он капкан под меня подставил. Он вернулся ко мне и поставил под меня капкан. Да? Ладно, хорошо. Да. Я там сейчас зачинил генератор, а ты там... Не, меня не спасти, он рядом со мной стоит, походу. Чини генератор, ну ладно. Давай, чини. Шо, блять, происходит? Японская мать. А да, это точно капкан. Блять! Реакция, блять, от бога просто. Это то же блядь! Самое, как-то это неожиданно так появляется. Блять, да что такое? Не успеваю нажимать тоже. Да, блять! Да иди ты нахуй, генератор, блядь! Просто иди ты нахуй! Даня, ты где? Я пошел тебя спасать. Не получится, потому что я уже сдох, и он рядом со мной. Лучше уходи от меня. Бал дал, блядь! Он ждет, он поставил... А-а-а-а! Иди нахуй! А-а-а-а! Блядь! Где этот пидор? Ебал тебя и всю твою семью! Ёбаный в рот! Пошел нахуй! Лошара ебаная! Блядь, а можно на кнопку назад смотреть? Пожалуйста, игра!
Нахуй иди! Ну, понаблюдаем. Чё ты, блядь, плачешь? Ты сопля, блядь! Ванёк, тебя только что ебанули огромный, блядь, пилой или чё это такое? Да похуй, блядь, я не такое держал в своей жизни, блядь! Где этот пидор, блядь? Да пошёл ты нахуй! Это хуйло ебано, я вообще, блядь, в жопу трахну. Дайте мне только монтировку, пожалуйста. Ай, блядь! Вот я тоже постоянно не успеваю. Эй, блядь! Проглядывай. Сердце, он рядом, он рядом, сердцебиение очень... А-а-а-а! Ой, сука, там что-то красное, блядь. О, все. Ай, блядь! Восстанови силы! А-а-а! Не надо, противный. Ады, ада. Пошел нахуй. Почему он себя наслаждается, как будто он говорит? На самом деле ему нравится это, похоже, когда он. Давай, давай, я вырвусь! Я не вырвусь! Ну сопротивляться против крюка бесполезно. А, ну все, я висю, и что дальше? Теперь тебе нужно ждать, пока тебя спасут. А попытка сбежать, честно говоря, не знаю. Пока что ни разу не увидел. Вот видишь, капканчик он подставил под тебя. Пиздец, сколько у него силы, эти медвежьи капканы. О, о, бобён рядом. Готовься, так, тогда я пытаюсь пробел. Сбежать. Готовься жмякать пробел. А в смысле? Жмякай. Она рядом, она может быть тебя спасет. Жмякай. Ну я жму на пробел, блядь. Воссоединение! Оно съебалось! Потому что он за ней идет. А, вижу, он за ней побежал. А можно мне самому освободиться от этого дерьма? Я знаю, что есть какая-то система перков, не знаю какая. Система чего? Система перков, блядь. А, в смысле? Я же нажимал. Так все, у тебя определенное время идет, пока ты можешь мягко. А, да? Ну ладно. Ну, что? Goodbye, motherfucker! Сос последний. Там вот уже песос взяли в рот. Давай еще. Я не понимаю, как в это играть. Я тоже. Не, ну я понимаю. Ну, не, ну я понял, что нужен генератор, но я не успеваю среагировать, когда нужно нажать пробел. Храбрость, ну да, блядь, я храбрый, я бы ему ебал его разбил бы. Только дайте монтировку. Пожалуйста. А что лучше? Слабоумие и отвага. О, хорошая реакция, она походу это самое. Она снова Уровень один, что мне дает? А, что это такое? Ни хрена себе она профессиональный генератор и чинит. Ни хрена себе она профессионал. Что такое поражение? О! Ну, давай осколок карты. Пиздос. Спасибо. Спалилась, кажется. О, вот он идет. Все, ей крантец. Здрасте. И крючок тут же рядом. Слушай, он мне что-то, он, по-моему, мутировал. А, это на маньяка. О, его типа еще одеть можно. Прикольно, чё. Пока! Ты была хорошим игроком. Рожащий. Господи, он что, в угах что ли? Что это такое? Ты улучшить, я могу улучшить. О, будь такой волосатый. Кого я могу? Уровень один. Кровавая слушай, паутина. Я не понял. Ваш разум открыт для кровавой паутины. Что за кровавая паутина? Я так и не понял. Что ты там выбрал? Какие-то зелья? Какой-то осколок карт? Так, повязка бабочка, блин. Почему не нож? Дуайт. Обычные очки строят брушины, винты, шестеренки снова. А почему так много женщин? И они все какие-то стрёмные. Ну-ка дичь. Ой, слишком много английского. Ох, ёпт. Блять, охотники, япона мать. Охотник. Ну да. Слушай, это же вроде человек-охотник, он, блядь, такой огромный. Что за пиздец? Призрак. Деревенщина. А у кого есть бензопила, кстати? А, у охотника, да, наверняка? Да, вроде да. Ну, у него такая маска противная.
Такой не блесе противный. Я не один понимаю, такое ощущение, был... что это не для нас, блин. Ну, по-моему, ладно, вот этот инвизер. Этот. А этот хер знает, что этот может. У него один молоток, блять. Вкачаю этот... пластырь. Окей. Пластырь, блядь. Такой подбежал, такой, блядь, хуяк ему по спине, блядь, с этой секиры, блядь, ёбнул. У него там, блядь, кости, блядь, видны. Легкие, блядь, через спину. Дайте, блядь, пластырь. Слушай, в Resistant Ever... Ой. В Resistant Evil он вообще, блядь, траву жрал из горшочков. Нормально. Resident Evil, что ли? Да. Resistant Evil. Плевать. Я никогда не играл в эту игру. Приглас мне, пожалуйста. Королевский приглас, батя. Что, блядь, такое? Что это, блядь, такое нахуй? Я вкачал пластырь, и ничто меня не остановит выживать с друзьями. Слушай, а там есть настолько боярышника и, не знаю, там подорожник, блядь? Я думаю, тогда мы запретили в соответствии с недавними последствиями. Я тебе кинул приглас принимать. Ага. А что там с этой настолько боярышника-то случилось? Ой, да мужик, короче, отродился и сдох вроде бы, если не память не изменит. Так, блядь, сколько этих бомжей тут? Почему эта шкура? Иди ты нахуй. Я хочу быть сексуальным волосатым мужчиной. Давай. Его кастомизировать, кстати, можно. Сейчас вот это, наверное, последняя каточка, и уже будем закругляться, а то времени много. Просто как взять и проебать за 2 секунды. Просто обожжу 10 из 10, дайте 2, детка. Угу. Так, отлично, у нас есть лаймово. Блять, лаймово. Лаймовайку, блядь. Вот, да-да-да. Может, Джей Парк, ты вообще, блин, парк нафиг. В смысле парк? Ну да. Чик Парк. О. О, клон, блядь. Здрасте, приехали. Дань, нажимай, Клодеть готов. Морель. Даня. А, сейчас. Блядь, мы. Я-то не нажал готов, окей. Сорян. Ничего. Чё? Так, у нее есть фонарик, в случае чего она может засветить до смерти. А может, этим фонариком лучше поебалу ударить? А нет, мне ничего не открылось. То же самое. Я даже не знаю, для чего это надо, но, допустим, я огорчился. Ничего, придет Вадим и Володя и научит нас играть. Ага. Или, блядь, надо гадики на ютубе посмотреть. Не, я хочу... Слушай, знаешь, нам надо с тобой записать немножечко Варкрафта, мне так кажется. Да ненавижу я Варкрафт. Чего ты делаешь? Человек 100, блядь, точно после таких слов, блядь. Я не считаю эту игру говном, но просто я не люблю ее. Вот. Какая разница, просто посидел, поубивал мобов, сходил в данжик, там, не знаю, повеселился, поорал немножечко, там, поугарал. Я ж не говорю, что нам надо там, блядь, за 2 часа, блядь, 100-й левел. Не, просто посидеть, поугарать. Не знаю, просто, ну, не знаю, не мое это, вот прям вот, ну, не. Это как химия, понимаешь, для меня. Ну не понимаю я эту игру, не понимаю ее. Так, блядь, там надо читать много. Так, переулок Лэмпкин, Хэмпденфилд, окей. Я вместо переулок почему-то покемон захотел прочитать. Блядь, покемон. А, ой, игра-то началась. А можно спрятаться? Я в какой-то здании. Люди! Я рядом с каким-то зданием. Так, все, сконцентрировались. Ой, не прыгай! А, не, нормально. Сконцентрировались. Фига, скорость какой-то есть. Готовимся жмякать пробел. Нет, блядь! О! Я слишком рано жмякнул. Так, вон еще одна из наших. А где маньяк-то? И кто это вообще? Блядь, ебаная ворона, иди ты нахуй. Тили-тили-бом, закрой глаза. Иди ты нахуй за своим тили-тили-бом, блядь! Кто-то хочет... Начини, это кто быстрее, ну ёба твою мать! Это наша, я пересрался уже. А кто против нас играет-то? Я без понятия, может он на ФК что? Или, блядь, он нас ждет где-то. Слушай, я уже сколько чиню эту хуйню, генератор, а не хуйню, ну или хуйню просто. У меня ни раз не появилась вот эта штука, то есть, ну... Починить его на пробел. Она сейчас скоро появится. Ай, блядь! Ну что так неожиданно-то? Да вот то же самое. А где маньяк-то? Может там, а что, 3, 2, 1, нажимайте на кнопку, пожалуйста. А где маньяк-то? Эй! Чини это говно быстрее!
Я его нашел. У меня сердце бьется. Я его нашел. Блядь, ёб твою мать! Сука! Кто это? Иди нахуй! Ёбаная мразь! Да-да, вижу, как она за тобой бежит. Это ведьма! Блядь, сука! Что это, блядь, такое? Это ведьма. Что это, блядь, такое, нахуй? Я прям рядом. Кто-то за мной бежит! Я сейчас тебя спасу. А вырываться! Так. Ай, блядь. Ну я же почти починил эту хуйню. А где она? Че ты, блядь, стоишь передо мной, сука? Иди ты нахуй. Она побежала. Я вас вижу, вы тут... Ага, это я тут рядом. Так, тут... Она побежала направо в дом. Так, меня бежит кто-то спасать. Так кто, блядь? Ааа, блядь! Иди ты нахуй! Вылечить, лечу. Беги, сука! Ааа! Да, блядь, я опять упал. Опять она? Ага. А чё, а как она появилась из земли-то, блядь, она что убежала? Это ловушка была. Мне про нее рассказывали. Говорили, что это пиздец какая. Люка. Она опять какую-то хуйню чертит там. Это ловушку она делает. Я сопротивляюсь этим говном. Слушай, там генератор, который от меня слева, он почти дочинен. Блять, да ёб твою мать, что ты, блядь, появляешься, ты сука? Идем нахуй отсюда, убегаем. Да, блядь, иди ты нахуй, блядь, она заебала, она только за мной бегает, иди ты нахуй, блядь. Игра, я ну, могу блядь, себя залечить. Прекрати, а. Блядь, нахуй меня, чините этот ёбаный генератор. Блядь, все, я умер. Меня лечит. О, ебал тебя, бро. О, да, давай заклеим мне спинку. О, что это за фигня сейчас было? А, это типа... на тебя. О, блять, беги, баба, беги нахуй, она там, блять, она там, беги. А! Ну-ка, я понаблюдаю пока. Прыгай, почему ты не можешь прыгать через кусты, это ж обычный кусты, нет. Давай, ускорение, тебя ж резанули, нужно бежать быстрее, адреналин, вся хренотень. Ага, хуй там плавал, блять, беги. Она походу за мной, да? Не, все нормально. Беги направо беги, направо. Ёбаный в рот! Сука! Блять, курица остыла. Нет, уйди! Да почему я вокруг дерева хотел побегать? Вот же ёбаная мразь, блять. Нет. Слава богу, она не принесла меня к тому крюку. Здесь вроде бы все остальные далеко, я успею вырваться. Ага, она зачем за тебя, блять, бегает, стоя! Я вижу, она... пытается спасти меня. Нет, я думал далеко до крючка. И снова она, блин, там своим пальцем ватюкает, блять, говно. Да ну это неинтересно, блять. Блять. О. Как ты упал? В смысле их две? Одна это просто дубликат, она тебе ничего не делает. А вторая реальная. Баба, а, одна из наших слева, блять. Просто в наглую, блядь! Просто в наглую! Хуя! Так, держимся. Снова она там калякает. Блядь, да ёбаный рот. Зараза. Что, все собегли? Нет, не все. И убежала, она упала! Сука. А, я ну один генератор мы сделали. Good job, guys, good job. А другой job. Там где-то что-то вон работает, я вижу. Так, тебя понесли, это снова валяется, повесили. А это бегает где-то. Всё, я знаю. Слушай, у них какие-то там скиллы есть, я вижу. Да, я же говорю, тут лишняя система прокачки. Ёб твою мать! И меня забрали. А, ну это генератор я же чинил. Это же я. Мы с тобой... Мы вроде бы не негры, но почему-то принесли этой первый. Да. Сука. Так тупо. Вот это монолит. Ну слушай, а что это так тупо-то? Ничего и сделать нельзя просто. Ни поебалу дать, ни оглушить там, не знаю, ни свертухана, блядь. Вань, я тебя уверяю, вот просто инфосотка. Какой бы ты типа крутой не был. Нет, ну так, блядь, а как по-другому? Перед собой,
ты все, блядь, забудешь, все. Даже... Да похуй мне на это-то, блядь, ты меня извини, пожалуйста, ну, блядь, ну нельзя же быть таким, ну появилась эта хуйня перед тобой, ты должен, блядь, как мужик по ебалу ей дать сразу же, ну что это такое, блядь? Что ты будешь помнить в этот момент, это как срать под себя, Вань. Ну не знаю, блядь. Уверяю. Пфф, блядь. Когда это, я, блядь, падал с четвертого этажа, блядь, на дерево, мне нормально было, я вроде даже не проорал. Ты это делал осознанно. В смысле осознанно? Я подскользнулся. Ну, не знаю, как-то... Я тебе говорю, когда будет вот такой пиздец, ты... И против, да человек... против человека не я еще согласен, да, когда ты против человека дерешься, первое, что тебе приходит в голову, это реально дать... Блядь! До свидания, блядь! Здравствуйте, блядь! Она ее поцеловала или мне показалось? Да я не понял вообще, блядь. Давай, вырывайся! А вот она такая, лежит на кустах. Вырывайся! Вырывайся! Да тут, блядь, тут выиграть невозможно, блядь. Возможно, Вадимка же выиграл. Как ты выигрывать тогда, блядь? Давай, давай, почти вырвалось. А, хуй там. И нарисовал какую-то хуйню внизу. А уже ничего не сделаешь, ты мёртв. Я так понимаю, видишь, есть какой-то перк, который тебе помогает. Перк чего? Который может тебя снять с крюка. Понимаешь, мы с тобой еще много чего не знаем. Надо будет вот погуглить. Не, ну блять, ну надо же хоть какую-то монтировку дать персонажам. Ну хотя бы от неожиданности, можешь же было поебалу ей дать, там, я не знаю, типа такая хуйня поедет, такой, на, блять, машинально, блять. Как-то так. На, ну все, блять. О, вырвалось. Сбежал, слушай, нифига молодец. Себе, и та, видишь, села, как будто устала. Но только это ненадолго, походу. Она бежит, блядь! Ох, ёб. Отлично, иди, хотя бы одну нашу спасли. Нихуя себе она, блядь, ускорилась. А как она, блядь, появляется? Сколько она этих, блядь, ловушек ставит? Ловушки, я так понял, у нее по КД идут, до свидания. И сколько этих штук-то у нее, блядь? Я так понимаю, они у нее бесконечные. Так она что, все поле утыкать ими может? Не, я думаю, она одна, но пока она не юзнется, она не может ставить другую, скорее всего так. Ох ты ж, блядь! Здрасте, блядь, приехали. Прихуел сам немножечко. Иди сюда, моя сучка. Знаешь, надо за маньяков еще нам поиграть будет. Что-что? За маньяков надо будет еще поиграть. Слушай, а как она узнает то, что я там, к примеру, чиню генератор-то? Взрывы, взрывы, она идет на взрывы. И на звук. На звук? Не знаю. Так у меня, кстати, взрывов только один был максимум, и все. Ну кстати. Вот она на него и пришла. На один взрыв. Mm-hmm. Он же хорошо слышен здесь. Ну хотя хуй узнает. Лаймова, до свидули. Доли, доли. А че у нее... Остановилась полоска восстановления. А хер его знает. Да нам походу сейчас все. Был пацан и нет пацана. Да я опять до позади весь. Ну я хорош. Слушай, тут какая-то у нас сосисочная вечеринка. Одни мужики походу играют. Че за хуйня? Какая-то трава и как венок чего-то. Мешочек с гвоздикой мне дали, по крайней мере. Ага, как он, блядь, поможет, блядь, я чё в него кину этот, блядь, мешочек такой, я не знаю. Ты, короче, им обмажешься, и он будет считать, что ты гвоздика, а не человек. Такая, блядь, гвоздика такая, чё ты делаешь, я чё не генератор, ну ты чё? Какая-то странная гвоздика, да? Из чернов. Ой, сука, в очках, блядь, с галстуком, блядь. Здрасте, блядь! Чернобыльская гвоздика, очень приятно. А может быть, пожалуйста, какого-нибудь такого, ну, не очень страшного... противник или кто. Ну, там, с бензопилой, блядь. Кстати, был не такой страшный. Вот это было страшно, реально. Ну, бензопила, он нормально. Не, ну я имею в виду, он не такой страшный. Он похож на этого самого Джейсона из Пятницы 13 немного. Кстати, что? Слушай, а я что-то слышу, что тут какой-то Джейсон есть. Или не Джейсон. Короче, с какой-то маской и ножом бегает. Это и есть вот этот самый. Офхит этот или кто там. У него вроде бы... Стоп. А да мы я пока с ним играли, мы с ним вроде бы уже играли как раз таки. С кем? Ну вот с подобием, он с ножом, который ходил. А нет, слушай, это я видел как его,
Не с пятницы 13 или с пятницы 13. Короче, в Steam было какое-то обновление, и там мне писали, что Day by Daylight какой-то есть мужчина. Так, угольная башня поместится. Боже, какой мужчина. Вскрой мне кишки, скотина. Сука. Гифу. Еще хреново то. Блин, да что ты так дышишь, блядь, и непонятно, блядь, с какой стороны тут дышит. Еще хреново то, что вороны выдают твое местоположение. Я вижу ее. Это кажись опять это вижу. Ёб твою мать, здорово, мужик! Что делать будем? Блять, что делать-то? Что это такое? О, фонарик! Это кажись опять это ведьма. А что мне с фонариком делать? Сука! Курва! Поймала? Нет. Я слишком рано юзнул, я так обрадовался. А тут есть войс-чат, чтобы поорать в него? О, слушай, мы так быстро чиним его вдвоем. Отличная реакция, да я просто машина. Так, куда я тут? Блядь! Блядь! Да ой, блядь, это что за звуки такие? О! Ух ты! Ух ты! Ух ты, ёб твою мать, что за слендермен нахер? Рон, иди нахуй! Ой, сколько тут мата от меня, это знаешь, это... Если это запикивать, это ж пиздец будет, по-моему. Да я думаю, тогда мы с тобой вообще просто... Не будет, так вообще ничего слышно не будет. Ой-о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 й-
Что такое? А? Я сбежал? В смысле сбежал? Не понял. Мы выиграли! Да! Хост отключился! Хост отключился, и всё. Вытащили. Понятно, он, короче, просто тот, кто держал, отключился, и из-за этого победили. Да! Победа, ребята! Да я же сказал, что мы в этой катке выиграем! Победа! Первая победа, все. Мы очень старались, особенно я, у меня целых 750. Одно очко. Открыто достижение, сокровище выживших. Слушай, я... слушай, я спиздил фонарик, и он теперь мой, типа, прикинь? Я сейчас с фонариком стою. Вот это уже реализм. Можно спиздить что-то. И с этим бегать. Это, по-моему, неплохо. Что это такое? Храм тайн. Поиграть со своей жертвой. Дов медсестры. Пиздец, да, конечно. Блять, я просто в ахуе, я тебе честно скажу. Это, блять, какая-то ёбнутая игра. А если играть в своей игре, когда кто-то один из нас маньяк, это же вообще пиздец. Ваня, не молчи, да? Не молчи, Ваня. Привет, суки! Ну это пиздец. Ой, блять, у меня аж сердечко что-то закололо. У меня горлышко болит. Ладно, что, будем-то заканчивать? Конечно, уже мы минут, наверное, 30 играем, мне кажется. Ой. Ну что ж, если вам понравились эти визги, то ставьте большие пальцы вверх. С вами был Драгот и Беломор. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь, блядь, и такого пиздеца еще будет больше. Сука. До свидули.